Ну ладно, Вань, ты иди, мы выступаем. Я тоже выступаю, у меня есть музыкальный номер. Ну давайте посмотрим. Ну, многие из вас ездили на Курскую косу, чтобы посмотреть на танцующий лес. Собственно, встречайте танцующий лес с ответным визитом. Но на экране сейчас не видео для красоты, это Ванина энцефалограмма. Ваня сейчас борется не за Кевин, а с вестибулярным аппаратом. Возможно, кстати, из-за него пенсионный возраст подняли, потому что кто-то сказал, смотрите, как бодро бабушка двигается. Но если танец — это язык тела, то у Вани он говяжий. Я вас не слышу! Но он реально не слышит, там вся кровь к ногам ушла. А еще я в Красноярске школу танцев открываю. А вечером закрываешь, мы знаем, ты сторож. Все, давай, иди.